Всем привет! С вами Ирина, и сегодня я буду подводить итоги января. В этом видео я расскажу вам о покупках, которые я делала в этом месяце, покажу вам свои текущие процессы и готовую работу. Я давно не снимала видео подобного формата. В 2020 году я подводила итоги во, во влоговом формате, собирала кусочки видео, которые с, э, снимала в течение всего месяца и их выкладывала. Но я решила вернуться к старой доброй традиции и э, садиться перед камерой каждый месяц и подводить итоги, рассказывая вам о том, что случилось в моей рукодельной жизни за какой-либо месяц. И давайте начнем с покупок. Их было немного, это были не наборы, но вещи, касаемые рукоделия. Во-первых, у меня девчонки делали заказ в магазине Мир Вышивки, и я, конечно же, присоединилась к ним с покупкой боковой натяжки. Я говорила, что я хотела уже боковую натяжку для рам купить себе, так как у меня появился станок Амур и появилась возможность вышивать на раме. Но я любитель натяжки, чтобы было все хорошо натянуто, чтобы было очень хорошее натяжение канвы и поэтому буду пробовать натяжку. Ну, наверное, какой-нибудь новый, когда процесс начну, попробую вышивать его именно на раме и на станке Амур. Купила я натяжку от Сереги Мастер. Мне девчонки посоветовали, девочки пробовали, говорят, вроде бы хорошая натяжка. Ну, там были другие варианты, они были подороже, ну, а это в принципе меня устроило еще и в плане цены. Ну и плюс девчонки меня сманили на покупку вот такой вот ткани, это Моника белого цвета. У меня вообще не богатый опыт отшива на равномерке, я вышивала на Линде, Лугане, Муране и Белфасте. Это вроде бы все, если я... Не запамятовала еще что-то. На Монике никогда не вышивала. Есть возможность попробовать. Ну, и, в принципе, белый цвет он достаточно ходовой и, я думаю, найдет свое применение в моих запасах. Это все то, что касается покупок. Я говорила, что их немного, но, на мой взгляд, достаточно полезные вещи. Я вообще стараюсь в последнее время мало покупать. Возможно, это потому что я уже насытилась, у меня уже очень много запасов, и есть что выбрать. Поэтому я как-то так вот, в основном покупаю такие ткани, нитки, пяльца, книжки. Спасибо контенту за серию французской вышивки. И, кстати, если об этом говорить, я очень жду, когда на Озоне появится книжка Изабель Ватье, и я куплю ее обязательно просто моя любовь, Изабель Ватье, я ее вышивала, и она мне очень понравилась. Я думаю, что-нибудь из нее я тоже вышью, тем более у меня в планах стоит вышить что-нибудь французское. Но это все, что касалось покупок, а теперь я хочу показать вам свою готовую работу. И в этом месяце, в самом-самом начале, я закончила венок из роз от Dimensions, и сейчас покажу вам его поближе. Я, наконец, рада представить вашему вниманию венок в готовом виде. Венок из роз от Dimensions. Вышивала я его по оригинальному набору Dimensions, а точнее, если быть более точным, потому что для кого-то это очень важно, вышивала я его по набору из перевыпуска. Заказывала его я в 2019 году. В 2019 году начала также в рамках своего такого эксперимента 7 дней вышивала только dimension стащила бумажки и вытащила вот венок из роз но приступила к нему более активно к вышивке к его в 2020 году и планировала закончить в 2020 году но закончила наверное почти что на первой неделе 2021 на первой неделе января так как мы в эти январские праздники никуда не поехали и я решила наверстать упущенное если говорить о сложности отшива то их особо у меня не было да я бывает где-то что-то распарывала но это было по моей невнимательности венок у меня просто летел, особенно в последние дни вышивался очень легко я брала какой-нибудь цвет особенно например брала вышивать листики вышивала одним цветом здесь Весь листик, ну и все близлежащие. И в итоге я заканчивала не один лист, а сразу несколько. Очень логические куски вышиваются, очень даже очень просто. Даже вот эти розочки, которые, как мне говорят, похожи на розочки, на тортики. И все это достаточно легко у меня шло. Сложность была при отшиве на стыке, то есть вот здесь вот я как раз-таки эти розочки и распарывала, и бант тоже достаточно тяжело вышивался, потому что Dimensions они не делают под вот переходов, то есть Сейчас. надо совмещать схему и понимать, где ты отшиваешь, то есть высчитывать каждый квадратик, склеивать. Возможно, проблема решилась бы при склейке схемы, но она была бы очень большая. И так я не знала, что с ней делать. Ну и плюс, качество бумаги в перевыпуске оказалось не очень, потому что у меня, вот вы можете наблюдать, схема рвется. Я была очень с ней аккуратной. Ладно, если этот лист я достаточно долго им пользовалась, то второй лист, такая же судьба. И вот качество бумаги у меня, например, в моей деревеньке рождественской схема совсем другая. Это глянцевая и глянцевая схема рвалась. Также кое-какие сложности у меня вызвал именно коучинг. Я с ним столкнулась в этом сюжете впервые. Я никогда не делала коучинг, но я быстренько вбила на ютубе и мне вышло видео Светы Горелкиной и там все достаточно хорошо и понятно объяснено, и коучинг у меня получился. С выкладной нитью я буквально в предыдущем сюжете своем столкнулась, это о своем котике от Dimensions. Ну, Lazy Daisy я их вышивала как-то, но тоже особо не практиковала. бэкстич я вышивала по ходу пьесы, так сказать, поэтому сложностей не было. Но вот с коучингом все-таки я собиралась силами, чтобы его закончить. Много французских узелков. Французские узелки написаны по схеме, вышиваются, я так поняла, в 6 нитей. Но они были бы тогда, на мой взгляд, очень толстенькие. И я брала три нитки и делала единственное, что закручивала два раза. Не один, а два. Поэтому мне, в принципе, устраивает этот тоже результат мой, то как получилось. Но я немножечко такое, как сказать, нововведение сделала. Каких-то других сложностей, касаемых этой работы, я, наверное, сейчас не вспомню. Ниток осталось много, осталась даже вот эта вот золотая нитка. Единственное, что не в большом количестве. Она как раз-таки, когда я пошла вот делать выкладную нить, так как выкладная нить делается именно вот этой нить, нитью и золотой, и коучинг тоже делается золотой нитью, поэтому вот осталось совсем чуть-чуть. И также у меня остались на пасмах вот этих вот тоже нитки. Конечно, они в косах заплетенные, но не имеют такой вот красивого эстетического вида. Я их разберу и положу в свои запасы. Ну и вот еще тоже ниточки. Как-то у меня не хочет сегодня ничего фокусироваться. Вот в принципе, каких-то других сложностей не было. В основном, кстати, сюжет вышивается в три нити. Да, он, мне кажется, весь вышивается в в основном в три нити, в две нити я не припомню, чтобы мы что-то вышивали, кроме бэкстича. Да, вот сейчас посмотрела по схеме, все вышивается в три сложения нити. В данной работе 11 блендов, и да, если говорить о ткани, на которой я вышивала венок из роз, вышивала я на ткани, которая была вложена в набор, то есть это равномерка и она именно вот шла с набором этот венок вышивается на равномерке очень все у меня легко шло этот венок у меня оставил прекрасные впечатления от его отшива и я безумно рада, что я вышила свою мечту за которой так давно охотилась. У меня в этом месяце одна готовая работа, но я очень рада, что я имею такой результат, потому что в конце прошлого года у меня вообще некоторые месяцы, вообще последние месяцы не было готовых завершенных работ, а венок из роз это достаточно масштабная работа, и я наконец-то вышла в свою мечту. Я безумно мечтала об этом наборе, я когда-то собирала на него нитки, я когда только узнала, что его перевыпускают, побежала его заказывать. В общем, венок вышит, и я думаю, как его оформить. Думаю, может быть, у меня есть еще один венок от Dimensions, это венок с калибри. Может быть, я вышью венок с калибри и оформлю как-то эти две работы вместе. И, тем более, венок с калибри мне тоже очень хочется вышивать. Но это, если будет, то будет где-то ближе к концу этого года. Так, я не хочу разводить много текущих процессов, мне хватает того, что у меня есть. И, кстати, текущих процессов, давайте посмотрим на них поближе. Так получилось, что в январе я вышивала все свои четыре процесса, какие-то в большей степени, какие-то в меньшей. И вот, например, подсолнухи свои, а точнее солнечный день от Риолиз я вышивала совсем мало. Вот такой вот у меня результат на конец января. Я вышивала их всего лишь, наверное, дня два и то в рамках своих заданий, своей игры, 50 заданий вышивальщицы, на данный момент 50 зимних заданий вышивальщицы, и выполнила благодаря этой работе два задания. Я повышивала вот здесь немножко, и вот здесь у меня уже появились очертания вот этого вот подсолнуха. Эта работа у меня не основная, и я обязательно ее закончу, и буду стараться заканчивать ее именно в этом году, потому что я хочу закончить все, что было начато до 2021 года, но пока что у меня это не основной процесс, а эта работа все-таки достойна быть основным процессом, так как размер у нее 50 на 40, достаточно масштабы такие внушительные, и обязательно она будет основным процессом сразу после того, как я закончу пионы и дельфиниум, которые я вам покажу чуть позже. И так как я эту работу вышивала совсем мало, то долго, конечно, на ней останавливаться не буду. Работа у меня вышивается легко, так как это ореолис, ореолис а у меня всегда идет легко, и давайте я уже начну вам показывать следующую свою работу, следующий свой текущий процесс – это схема Екатерины Волковой «Гортензии и нарциссы». Я очень давно хотела начать эту работу, наверное, вот как у меня, как выш, наверное, как вышла эта схема, так я о ней и мечтала. Я практически сразу ее купила, мне кажется, это была зимняя как раз-таки распродажа у Екатерины, скидки хорошие, я купила по скидке эту схему и она у меня лежала достаточно долго в запасах. У меня вообще очень много схем Екатерины Волковой лежит в запасах. И, наконец-то, я решила себя побаловать и начать в этом году вот этот вот прекрасный процесс. Пока что здесь, конечно, мало что понятно. Хотя я уже нарцисс вижу. Но я думаю, что это потому, что я знаю, что там должен быть нарцисс. Вышиваю я эту работу на Лугане 25 каунта. Почему именно Лугана? Потому что мне надо было именно вот такой вот цвет основы, голубоватый. Я вот почему-то вижу эту работу именно на таком цвете. Поэтому Лугана будет 25 каунта чуть-чуть, не 25, 25, да, 25 аккаунта будет чуть-чуть покрупнее моя работа. Пока что все идет достаточно просто. Вышито у меня 10% работы, там практически 1000 крестиков здесь вышито. Но думаю, что Кортензия у меня появится не скоро, так как здесь достаточно много цветов используется, достаточно часто менялась нить, вот, например, в этом же «Нарциссе», он очень классный, он очень реалистичный получился с тенями, еще когда будет «Бэкстич», так и вообще, наверное, будет очень все красиво, но цветов, конечно, в нем много. Ну, в листике тоже есть частая смена ниток, но все-таки нарциссик, он как поменьше, и цветов там менялось больше. Пока что каких-то сложностей у меня эта схема не вызвала. Может быть, я еще не добралась до самого сложного. Ну, я не считаю частую смену ниток такой большой сложностью, потому что говорят, что у Екатерины Волковой встречаются и четверть крестики в большом количестве. Не знаю, мне пока что все легко идет. Может быть, потом какие-то сложности будут, но мне все нравится. Особо тоже рассказать я про эту работу много не могу. Вышивала я ее, наверное, если верить, кросте часаги дней 5. И вот достигла такого результата. Тоже вышивала, выполняла одно из заданий. Мне вообще эти задания, 50 заданий вышивальщиц очень хорошо помогли продвинуть мои работы. Поэтому буду играть дальше. Еще один мой текущий процесс ⁇ это мой Казанский собор от Овна. Вот этот вот акварельный, красивый Казанский собор. Когда-нибудь он обязательно будет таким. Я участвую в нем в совместном проекте у Наташи Гевки «Городские истории». И я хочу вам рассказать достаточно страшную историю, которая у меня случилась в конце прошлой недели. Я поняла, что я ошиблась. Ошиблась я в одном крестике. Вообще, я в этой работе достаточно часто почему-то ошибаюсь, но ладно. И ошиблась я вот здесь. Вот я вместо, там, допустим, Семи крестиков вышло шесть И в итоге, а так как я начинала со средины И середина находится вот здесь вот И начинала я как раз таки вот с этого зеленого цвета Получилось, что вот это вот все у меня съехало И я поняла, что мне по факту надо распарывать всю работу Ну на тот момент я решила, что все надо перешивать Все надо выбрасывать Я была готова как... распарывать вот это вот практически все Было ну нереально Там было чуть поменьше у меня вышито и я думала, что все, выброшу эту работу, эту ткань, начну вышивать заново. Сидела в трансе, так, очень расстроилась, но пороть сразу не стала, выбрасывать сразу не стала. И потом подумала, а что же я так психую? И почему я решила, что надо распарывать весь этот участок, если может быть просто проще распороть и передвинуть сдвинуть вот этот вот маленький участок? И это такой хороший вам урок. Не надо делать все с горяча. Вот я походила, подумала и в итоге распорола вот здесь вот чуть-чуть, сдвинула немножечко свою работу, но вот здесь тоже немножко распорола, туда сдвинула на один крестик. И все, у меня все выровнялось, и даже прибавились еще крестики, и я получаю удовольствие, потому что для меня он, Казанский собор, тоже уже вырисовывается, уже его купол вырисовывается, и уже такой становится яркий, красивый весенний сюжет, который мне безумно нравится. Основу я заменила, вышиваю я на мурана белого цвета, не стала брать какой-либо другой цвет, стала вышивать именно на этом цвете. Куполи нитки тоже достаточно часто меняются, наверное, еще почаще, чем в Нарциссе у Екатерины Волковой но это акварель и я прекрасно это понимаю и даже если посмотреть на превью мы можем заметить что здесь намешано очень много цветов мне кажется что вот здесь вот как-то их вот будет поменьше поменьше чем в куполе потому что купол он просто пестрит различными цветами так что, в принципе, проблема вроде бы как у меня решена, и я уже это, наверное, раз в третий, когда я распаровала, но ну, ничего. Главное, что не выбросила, и все у меня хорошо, и процесс идет дальше, и буду вышивать свой собор дальше. Так, ну и четвертый процесс, который я вышивала, и который я вышиваю, и который является моим основным процессом, это пионы и дельфиниумы. Вот так вот пиончики будут у меня когда-нибудь выглядеть. Такая вот красота у меня будет. И сейчас покажу, как у меня на данный момент выглядят мои пионы. Вот так вот они у меня выглядят на данный момент. Очень много у меня прибавилось. Опять-таки тоже благодаря заданию я вышла вот эту часть рамы оконной. Да, вот вы можете наблюдать, да, то, что оконная рама вышила. Я, кстати, тоже стол вышивала в рамках этого задания и перешла на зелень. И у меня уже немножечко так вот видна беседка. Скоро будет вышивается все это полукрестом. Единственная сложность у меня была в оконной раме. Там есть полукрест, 4 нити. 4 нити вышивать на 18 каунте, то еще удовольствие, потому что э, нитка протирается, и в итоге длинная вот эта нитка Dimensions, она превращается в не очень длинную нитку Dimensions, потому что в конце там у тебя остается не 4 нити, а 2 или 3, и постоянно приходится ее обрезать. Но вышивала я в основном полукрестом, потому что в раме практически все полукрест. Зелень вышивается тоже полукрестом. Но надо начинать уже вышивать вот эти вот э, веточки. Вот эти вот красивые ветки, такие светленькие веточки. Но я просто устала от светлого цвета и перешла на зеленый. Наверное, пока э, не буду вышивать эти ветки, заполню тут, тут полукрестом и крестом вот это вот все зеленое. Вышиваю я, я уже перешла, вот этот верх здесь вышивается на втором листе. Мне вообще нравится эта схема. Она не такая э, глянцевая, она вот как раз таки... Бумажное и не так э, рвется. Не так она протирается. Мне вот э, нравятся старые схемы Дима. Но что мне не нравится? Мне не нравится, что ключ находится на обратной стороне схемы. И я пока что на этой части вышиваю. Поэтому я в основном стараюсь вышивать низ, а потом уже буду вышивать вверх. Ну, пока что, пока что я вышиваю э, полукрестом все. И здесь каких-то сложностей нет. Меня пугает другое. Меня пугают... Сами цветы, потому что здесь я помню, я вышивала вот здесь: здесь достаточно такая частая смена ниток, но красота должна получиться неописуемая. Прекрасный процесс, который, на мой взгляд, тоже достаточно подрост с начала месяца, за этот месяц, за январь я этот процесс достаточно активно вышивала в январе. Это мой активный процесс, и я буду его вышивать, пока не поставлю на нем последний крестик. Вот так вот. У меня четыре текущих процесса. Меня это устраивает. Я, в принципе, почти что всем процессам могу уделить свое время и уделяю. Ну, то, что не касается, например, единственное, что солнечного дня от так как это большая работа, и я обязательно буду уделять ей время, как только закончу свои пионы и дельфиниумы. И, возможно, когда я закончу пионы и дельфиниумы, я не буду выходить за предел трех процессов. Почему я так говорю? Да Потому что четыре процесса родилось из-за январских стартов, и январских стартов было два, так как, во-первых, у Наташи начался совместник, и я не могла пропустить свой любимый совместник. Это, наверное, я, мне кажется, с первого сезона там участвую. Ну, во всяком случае, со второго точно, хотя мне кажется, с первого. Люблю я очень Наташин совместник, он мне дорог душой, и если Наташа будет проводить их дальше, то я обязательно буду принимать в них участие. Ну, и мне очень хотелось начать. Гортензию и нарциссы от Екатерины Волковой, потому что, во-первых, мне очень хотелось попробовать Екатерину Волкову, а во-вторых, эта схема не давала мне покоя уже, наверное, сколько вот она у меня в запасах лежит, года два, года два, она мне покоя и не давала. И в результате этого у меня получилось, что я в январе начала еще два процесса, но больше четырех точно не хочу. Я, слава богу, успешно закончила свое участие без хвостов, да. На момент окончания новогодних праздников, когда подводились итоги, я как раз-таки закончила венок и не начала еще ничего. Поэтому у меня было два текущих процесса, и я, в принципе, достигла результата. Играла я в эту игру два года, и она мне безумно помогла потому что я себя все-таки сдерживала. То, что было два года назад, в 2019 году, когда было 9 текущих процессов, даже 10, потом я просто узнала, что одно время у меня их было 10. Для меня это, ну, просто я не, я не потяну столько э, процессов. У девчонок, я знаю, больше процессов бывает, но мне они вот они меня тянут. И что хочется сказать? Вот, например, я сейчас вышиваю пионы и дельфиниум, который, как я сказала, у меня является основным процессом, и он для меня новый. Хотя я начала его, наверное, еще в году 2017-2018, как только получила его из Америки. И он для меня по-прежнему новый, потому что ну, я его не вышивала. Я за эти годы его повышивала раза 3-4. Ну, может быть, чуть-чуть побольше. Но все равно я не успела к нему привыкнуть. А он у меня был в начатых. И помимо этого у меня текущие процессы очень медленно продвигаются. Мои вот все. И в результате у меня нет финишей. А это тоже как-то немножко стопорит. и вдохно... Я, например, вдохновляюсь, когда у меня есть готовые работы. Ну и плюс... Конечно, наша индустрия, она не стоит на месте, и появляются новые авторские схемы, новые какие-то прекрасные сюжеты, которые тоже хочется вышивать, а у тебя уже там куча процессов. Я знаю, да, у нас девчонки есть на YouTube, у которых по 40, по 30 процессов, и их это не смущает. Это прекрасно. Меня смущало моих 10 процессов, и, слава богу, их теперь меньше. Ну, это все, что я хотела рассказать вам о своем рукодельном январе. Начало января было вообще у меня очень ударным. Надеюсь, что февраль не подведет. Ну, а на этом я буду с вами прощаться. Как всегда, желаю вам легких крестиков. Всех люблю. Всем пока-пока.